Привидище — это медвежий рафт. Меня загрыз медведь, я потерял кабана, но приобрел медведя. А сейчас мы с тобой бежим за пчелами. В комментариях мне дали дельный совет, мол, сделай сачок и поймай пчел. А еще мне в комментариях написали, что если я мочкуну вот этого медведя, то я получу какое-то достижение. Но я, честно, вот не знаю. Ух ты, елки! Зря я это сделал, наверное. Вау, я сейчас сдохну! Убегаем. Фу, ты видел мое здоровье? Чуть не откинул кони. Но я попробую в него стрелы попускать. Надеюсь, это поможет. Убегаем, у него же чекпоинт. Он прямо за мной бежит теперь. Все, я сдох. Получил, как говорится, по полной. И потерял кучу всего. Вообще жесть. Потерял всю еду. Потерял мачете. Слава богу, сачок остался, но он теперь уже не новый. Был с полной прочностью, теперь только половина. Ладно. Я, короче, взял все оставшиеся стрелы у меня, и мы сейчас пойдем мстить. Но прежде я хочу посмотреть все чертежи. Очиститель биотоплива, топливная труба, мачете и биотопливный бак. Медведь изучил чертежи, теперь их можно выкидывать. Минус один, минус два, минус три и минус четыре. А теперь бежим за рабочий стол и посмотрим, действительно ли мачете. Да, мы можем его делать. Учимся. Топливная труба учимся, биотопливный бак учимся, очиститель учимся. Еще нам нужно взять соты, которые я собирал в прошлой серии, и изучить их. Мы можем делать теперь баночку меда. Также еще изучим яйцо. И мы можем делать, короче, две какие-то крутые целебные мази. Ну а теперь отправляемся мстить медведю. Вот он, скотина, жрет. Нафиг я его вообще трогал, почитал комментарии, ёкалный. Я, короче, думаю залезть на какую-нибудь гору, а лучше бы на дерево, и пострелять оттуда. Ну что, если мы вот будем стрелять здесь? Как думаешь, достанем? Давай проверим. Есть попадание. Ты не должен до меня сейчас залезть. Ой-ой-ой-ой-ой, он залез. Прыгаем. Лучше сюда. Он должен был убежать. А я падаю, кажется. Живы. Вроде живы. Ёлки-палки, он такой мощный, что обосраться можно. Мне бы сейчас целебных мазей. Медведь, давай дружить, а? Я из тебя стрелы повытаскиваю. Ты же не против? Какой ты сердечный, милый. Ой-ой-ой. Прикинь, он развернулся и просто меня с одного удара лапы. То, что я у него стрелы вытаскивал. Я, короче, в этот раз потерял все. Но кроме сачка. Это все, что осталось у моего медведя. Я думаю, этим сачком максимум мы можем поймать один рой пчел. Живучий кабан. Я просто пробегу мимо и пойду ловить пчел. Ёлки-палки, а там еще один медведь. А вон пчелки летают. Короче, моя тактика проста. Бежим, ловим пчел и сваливаем. Опа! Поймал! Я поймал! Получено достижение, и у меня сломался сачок. Ну, слушай, хоть что-то. Это уже какая-то польза. Ой, медведь, прощай. Я допрыгну, нет? Фу, вот это да! Ну ты видел? Если б я не спрыгнул, он бы меня сожрал. Чё лучше, быть сожранным или с поломанными ногами? Я бы лучше ничего не выбрал из этого всего. Но, по крайней мере, мед у нас теперь есть, точнее, рой пчел изучаем. И также у нас теперь есть улей. Это здорово. Почти все изучили, кроме вот этой вот улучшенной сетки-ловушки. Ну а теперь мне нужно обчистить весь этот остров, чтобы восстановить мой инструментарий. Смотри, что Миша держит. Миша держит целебную травку, которая заживляет ранки. Мы сейчас ей намажемся и будем пахнуть. Она состоит из глины и из скорлупы. То и то у меня было, я все это сделал. Ну и восстановил весь свой инструментарий. Для этого мне потребовалось целых 3 дня. И теперь я все-таки хочу отомстить медведю. Я буду стрелять и убегать. Опа! Ой, больно. Попал. Опа! А, бежим. Быстро. Маська, помогай мне. Чуть-чуть помогла. Я не представляю, насколько он живуч. Может быть, он вообще бессмертный. Чё? Ой, жив. Миша за мной бежит. Преследует. Блин, прикинь, лук сломался. Я этого не ожидал, вот если честно. Он так удачно застрял на самом деле, а я копье с собой не взял. Миша, постой здесь, ага. Я сейчас за копьем сбегаю. Ну, я вооружен до зубов.
Миша, естественно, как и следовало ожидать, убежал. Но мы сейчас его попробуем вытащить опять на ту позицию. Есть, я снова его заглючил. И теперь посмотрим, насколько он живуч. Я его мочканул, ты прикинь. Я его замучил и получил достижение. Сколько ж с него кожи, сколько мяса. Это хватит на целую броню. Вау. Да-да-да. Ну, теперь со спокойной душой пойду еще половлю пчелок. Ночная ловля пчел. Опа. Нужно вбить новые координаты. Координаты где-то у нас здесь были. Вот. 9-5-9-9. Все есть. Нам нужно плыть вот сюда. 2 километра. Ох-ох-ох. Поднимаем якорь. И заднюю передачу врубаем. Погнали. Еще дровишек сюда тоже надо подкинуть. Еее, наконец-то мы отсюда отчалили. И у меня тут грандиозные планы по кухне появились. Мне здесь нужны ящички, где я буду хранить продукты. Разворачиваем наше корыто не в ту сторону, вот в эту. И теперь переднюю передачу. Вперед и с песней. Ну все, остров, спасибо тебе за все. За боль, страдания, ресурсы и сюжет. Приступим к работе на кухне. Вот это вот мы с тобой сейчас переместим. Это мы забираем. Здесь у меня будет вот такой вот стеллажик с ящичками, продуктами и всем таким делами. А опреснитель у нас будет на солнышке стоять, то есть здесь, как ему и подобается. Теперь нужно взять ящики, которые у меня тут были в запасе. Хорошо, что я их не выкинул, 5 штук. И каждый ящик будет у меня... Ой-ё. Погоди, а что, ящики можно крепить на стенку? Прикол. Вот эти ящики можно крепить на стенку, смотри. Круто! А я даже и не знал. Я хотел просто ящики, типа, поставить здесь. Так, погоди, тогда в топку стеллаж. И сейчас просто эти ящики повесим на стенку. Они как-то тут где-то вешаются. Вот, сюда ящик. Сюда ящик. Здесь пусть будет ящик. Нормально. Не то, о чем я мечтал, но тоже сойдет. Здесь у меня будет лежать мясо и все продукты, которые нужно приготовить на гриле. Топливо кончилось. Надо переходить уже на био. А лучше на бензин. Все, что у нас относится к кухне, это рецепты, фрукты, овощи. Мы это все забираем и перетаскиваем на кухню. И миски в том числе. Я вот смотрю на рецепты коктейлей. Да, кстати, можно. Слушай, пускай они тогда здесь... Так, а что мы поворачиваем? Мы как-то вокруг да около плаваем. Я не понял, мы что, зацепились что ли, или что? Или как? Что-то я не вижу. А! Мы оплот зацепились. Нифига себе. Забираем с него все. Он сейчас потонет, и мы поплывем дальше. Но мы только развернулись. Етить-колотить. Мы вокруг просто крутимся. Может, у меня там руль что? Да нет, с рулем все нормально. Че, батарейка села? Я забыл вырубить компьютер. Ай-яй-яй. Вот же ж я. Мы теперь не знаем, какие координаты. Но у меня здесь есть батарейка. Вот эту возьмем. Ну-ка. Елки-палки, как мы от курса отбились. Компик вырубаем. Короче, мне придется прыгнуть на этот плот, чтобы он утопился. Потому что мы его тащим вместе с собой. Это нехорошо. Лишний груз. Вот и славно. Он потонул. И мы его проплываем. И акула тут как тут. Знаешь, что нам не хватает на кухне? Освещение. Я обожаю тусить на кухне по вечерам, поэтому мы делаем фонари. Берем хламье. И изготавливаем. 2 фонарика. Я думаю, что нам хватит. Я хотел люстру. Можно, в принципе, вот так вот сделать. Давай посмотрим, как он будет светить. О, ну уже неплохо. Слушай, вот тебе и люстра, типа, импровизированная. Ну, я прям не нарадуюсь. Так, продолжаем, значит, вывешивать сюда рецептуру коктейлей. Чтоб они не занимали местечко у меня в инвентаре. И теперь, я полагаю, мы можем заняться своей броней. Ёлки. Ребята, чего у вас воды-то тут нет? Чего вы не говорите мне об этом? Ё-моё, вы чуть с голодухи тут не подохли у меня. Надо, короче, вам автополивалку сделать. Состригаем шерсть. И давай посмотрим, что теперь мы можем с ней сделать. Наплечники можем замутить, сделаем. Сапожки. А, блин, шерсти нету больше. Разбежался я. Еее, вот они мои наплечники. Суровый медведь. Блин, если бы у меня была башка кабана, это смотрелось бы еще круче. А, смотри, тут еще помимо наплечников и налокотники. Даже? Вот я их снимаю. Да, наплечники и налокотники. Ну, красота. Боевой медведь. У нас тут, кстати, картошечка созрела. Надо бы вот это все собрать и попробовать переместить это все наверх.
как я ранее хотел. Ну-ка. Вот эти все коробки, их можно тоже вешать без стеллажей. Так что зря я вот это сделал. Ну вот, красотища же какая. Садим картофель. Так намного приятнее. Получается, что и вот эту мы тоже можем на стенку шлепнуть. Правильно же? И не нужны никакие стеллажи. Об этом, скорее всего, тоже писали в комментариях, но я, как всегда, это пропустил. Больше чем уверен. А нет, слушай, вот эти здоровые, не. Они только на пол. Проверим координаты, куда мы плывем. Ух ты, 500 метров, и мы доплывем. У меня здесь слишком много ящичков. Вот этот ящик я заберу. Вот так вот. И там будет у меня рассада. Все будет лежать здесь. Рановато ты что-то. Мы почти доплыли, а ты... О, я уже вижу, вон оно. Берем бинокль. Сейчас посмотрим. Сейчас все увидим, что там. Что же там за место такое? А, слушай, нифига не видно. Ну, как бы очень странное и стрёмное место. Ты видишь, какие там корючки торчат сверху, и на них дома какие-то есть. И нам надо дать лево руля немножечко, а то мы проплываем мимо. Ну, ёлки-палки, там что-то прям вау-вау. И я вижу там коршуна летающего, грифа. Вон он парит над этим местом. Придется ему жопу надрать. Но прежде я хочу сделать улей. Мне всего-то... Ничего, 15 банок нужно пчел. Ага, у меня такого количества нету, к сожалению. Надеюсь, что на этом острове есть пчел, хотя и сомневаюсь. Там даже растительности никакой нет. Он больше похож, знаешь, на каньон. А вон там не пристань случайно? Да, реально это пристань. Значит, нам туда надо плыть. Нам теперь нужно грамотно сюда зарулить. А, так это, слушай, это же... Домики на колесах, по всей видимости. Ну, по крайней мере, внизу вон стоят. Надо правее. Ну, а сверху такие контейнера здоровые. Ну, тоже это дома на колесах, только побольше. Офигеть. Остров домов на колесах. А у меня это... Дом на воде. Все, 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 бросаем якорь. А, и он сразу же вырубается, да? А нет, он заглох. Заглох, потому что якорь сброшен. Сколько у меня тут всего барахла? Опять набралось. Я приплыл. Есть кто здесь? Бандар Кафилех. Это, возможно, название острова или тот, кто этим островом заправлял. А я хочу жрать. Пойдем похаваем. Залазим в наш холодильничек и закидываем мясо. Ну, как все у меня тут классно сделано. Кстати, насчет продуктов. Это вот это тоже сюда надо закинуть. Ну что, давай посмотрим. Кстати, тут пчелы летают. Вон они, пчелки летают. Может быть, я все-таки пасеку смогу сделать. Опа, провода. Деталь для зарядного устройства. Заберем. Значит, нам тут что-то нужно будет зарядить. О, в здание. В здание зайдем. Ага, ящики можно открывать. Значит, везде, где мы будем, я буду оставлять все открытым, чтобы не запутаться. Тут слишком много всего. Сюда вот тоже можно залезть, смотри. Ну-ка. Ну, в основном тут такие себе ресурсы, что я бы на самом деле тут... Не обрыскивал ничего, но кто знает, вдруг в них есть что-то ценное, там записки, еще что-нибудь подобное. Это ткань? Готовая свекла, смотри, можно еще и пожрать. Это здорово. А это что такое у нас тут? Шланг какой-то. Опаньки! А как мне это достать? Там что-то ценное, интересное. Надо следовать за шлангом. Причем он где-то куда-то туда вот идет, наверх. Кстати, классно, что тут есть пряталки. Очень много пряталок. Ведь сверху летает коршун этот сраный, который готов меня обомбить своими камнюгами. Можно внутрь залезть? Это забираем. Смотри-ка, арбуз, железная руда здесь. Шкафчик. А вот и первая записочка. Давай почитаем. Научный журнал «Дета засекречено». Мама говорит, нужно записывать мысли, чтобы они закрепились. Вот и пишу. Город Караван – это скала посреди воды. Тут хорошая земля, можно выращивать свиней на убой, можно рыбачить, выращивать овощи. Одна беда – гиены. Но обычно они дружелюбные. Мы приплыли на лодке, а вместе с нами половина оставшихся с Джакарты. Нас приняли, потому что мама умная, а папа хороший сварщик. Про меня говорят одним ртом больше – Но я-то им покажу. Проблема в том, что вода поднимается, так? А что, если просто убрать воду? Малек-то шарит.
Действительно, если вода поднимается, нужно ее просто убрать, и все. Все решится. Кактусы, цветочки. Кстати, кактусы. Я на кактус сажусь, и как бы вообще нормально. Боссами ногами... Доэкспериментировался. Боссами ногами на кактус и ше... Я думал, что он меня уколет, но быстрее прилетел камень с неба. Давай похомячим арбуз, потому что пить и есть хочу. И съедим свеклу, которую мы нашли. И уже, зараза, потемнело. Зато закат красивый. Смотри, что я тут нашел. Какой-то насос. Опа! Опаньки, минуточку. Вот это можно как-то поднять? Вот. Блин, единственное, что ночь наступила, и не очень все хорошо видно. Ну-ка. Вода туда идет. Дальше она должна вот тут вылиться, но что-то не льется. Почему она не льется? Ау! Достала эта птица, я скоро сделаю из нее гриль. Видимо, нужно очень ровно все сделать. Вот. Во! Все ровно получилось. Вода идет, смотри, ниже. Вот это давай развернем. Еще разок. Спускаемся вниз. И где вода? Вот тут вот нужно перенаправить вот эту всю штуку. Слушай, вроде попадает вода. Отлично. И там он поднимается, плотик этот. Ух. Тогда качаем воду, просто ее качаем по максимуму. Берем записочку, которая здесь уже лежит. Запылилась, ждет меня. Вода качается. И что там, плот поднялся? Слушай, почти поднялся. Я думаю, что я смогу достать. Деталь для зиплайна. Опа-на. У нас появится зиплайн. Круто. Ночная вылазка дает свои плоды. Давай почитаем, что за записку мы нашли. Научный жур... Блин. Надо спрятаться. Сейчас, минутку. Вот здесь вот посидим. Научный журнал Дета сверхсекретно. Санджей говорит, что идея с водяным насосом не работает, потому что в колодце не хватает места для воды. А еще соседи начали жаловаться на соль в чашках. Ноет, потому что слишком нетерпеливые и не понимает мой научный подход. Я спросил у папы, почему нельзя улететь на другую планету, где нет воды. Папа только посмеялся. Но Санджей показал мне снимки, которые подали мне гениальную идею. Санджей хороший. Нифига себе, паренек загнул. Улететь на другую планету. Тут люди выживают, у них-то лодок нет, чтобы уплыть на другой остров. А он про ракеты говорит. Великий медведь-ловитель пчел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Че, поймал, нет? Они еще и жалят. Засранки. Или это птица сверху. Поймал? Да, 4 баночки есть, отлично. Омлет нашел. Омлетище. Вот это завтрак, слушай. Шикарно. Захомячим. И, елки, запить-то нечем. Воды нету, поэтому арбузом запьем. Че ты смотришь на меня, лама? Все нормально, не переживай. Я думаю, что мы на сегодня вот здесь вот остановимся. На этом прекрасном, красивом виде. Ну, если тебе нравится прохождение рафта, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующей серии, на которой мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что, до встречи!